Если кто-то косячит один, вы тем самым подставляете дохуя людей здесь. Так что смотрите за своей позиционкой прежде всего. Всем привет, кому плюсануть? Достаточно в гильде плюсануть. Я плюсанул. Давай проверку, да поехали. Кубака нет. Да, урок тоже нет. Че у нас Библ во тьме делает? Мы с ним во тьме, потому что... Охуенно. Сорф, ретрик во тьме, это первый нюанс. Второй нюанс, где на пол? Один слабик будет на поле из больших? Ну, слобика типа 4-5 есть, он должен с этим справиться. Ну да, с марка эти, блядь, фрост маги сорвут ровно через 2 секунды, блядь, после его напула. Большого? Библ. Да, Библ, этот, меняешься местами, вместо этого, блядь. Сядь идет во тьму, идешь свет. Я там и остаюсь, да? Да, я проверил. А я большого не смогу напулить, там и мелкие напулятся на него. Потому что у меня уешка. Ты уешкой не напуливай. Точно, да. Так. Масса. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Ну теперь во тьме ДПС мало, да. Узреть начало эры разрушения. Если что, подключиться к вам. Кто? Я не просто так туда поставил, нас с баблом. Потому что изначально там стояли вообще. Никогда не так-то нужно. Ставиться во тьму, если их, блядь, во тьму. Лёха, здесь. Ну сколько раз мы сюда ходили, сколько раз были. Смотри, я тебя просто вижу, да, блядь, ладно. Умирает слобик, что дальше будем делать? Вайпаться? Вер. Он БР уже Мосе нужен. Кислый, поднимай Мосу. Мне похуй на ваш ДПС здесь вообще. Мне выживание важнее. Прибежали мы на раз до босса. Не вставай. На пол пошел. Сливаем торшак. Босса туннеля. Там огонь. Попадет огонь, встанешь. Вставай под боссом. Босса. Он умер. Еще раз. Жена, он поднимает. Лужа. Масса, поднимай ДК. Блять, маленький трэш. Зубы по мне. Заходи. Двигаемся немного за боссом. Ну скажешь, как зайти. Окей, сейчас лезвие будет. Лезвие пошло. А, блин. Лезвие. Ревностно. Кисло. Заходи, Кирс. Массаж зашел нормально. Ракуха, что скажешь? Мне пишет ближний бой, живой огонь. Что? Достой тут уже. Прости. Через своих
Ну, вставайте. Болеван во тьме остаешься. Хорошо. Аккуратно лезвие. Что там по процентажу? 2%, 1. Переводите быстрее. Перевод. Портал. Возле вас, с правой стороны. Хвост, 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 ребят. Нелепс. Кот Хилл, перебежим на ту сторону, пошлите. Стопните свет. Свет. Все нормально. Дал. Дайте пристопав инту лапу. Я там кучу на все то будет. Еру во тьме дайте. Немножко нагоним. Свет, стоп. Свет бить в нос. Тьма бейте. Эл брел. Аккуратно. Если там вам Гера надо, все, то дайте Геру. Нет, стопните по зубы надо, нет, Лёх, если что, говори. Не надо, я скажу когда. Свет, для вас акция, можете хуярить сколько угодно, босс. Свети, пацан. Я понимаю. Да. Все нормально. Давай, Элбрил, сейчас зубы. Свет, хуярьте, босс, сколько угодно. Насад. Ревностный есть. Хилочах. Мой господин, этот мир сгинет в огне. И кольцо хиловское. А вы сегодня в 6 начали, получается? Ну, сбор, да. Это дайте там пати дарки с указом. Что я как-то думал, то, что в 7. Пока никому пати давать не надо. Ну, после ИП, да. Дальше что у нас, ссылка? ОКХМ. Сразу 150 усилков. Позор еще. На РБК боссе вайпат. Ну что, футбол разве чешка нормальная? Ты не?
Это кольцо. Хэмск. Кто там что взял? Интересно. Чешку, Розария, кольцо, мол, это красив, тапки, слобик. Кстати. Это Вага и Леха. Чё, вообще нет варианта начислить ТП на друида мне? Нет. Если на ДК ничего не надо. Нет, знаешь почему? Потому что твой друид здесь бы был вагоном. Кстати, это... Твинов, РС, ХМ, вы чё, шутите вообще? В первом рейде? Да никогда. Слышь, Лёх, от меня больше пользы будет во тьме. Несмотря на то, что АУЕша немного. По поводу хантов, Лёх, как с момента выхода РСХМ, если ты забыл, баблу по КД пихали во тьму. Потому что там был Мозер и был Артемия, было два ханта святого. Неважно, ты же видишь, как сейчас было. Там пыжились, кряхтели. Если я во тьме был бы, то нормально было бы. Попытались, блядь, они пиздец напыжились, блядь. Сложно было, блин. Минус одного были. У вас бульван остался.